Всем привет! Вот скажите мне, пожалуйста, что делаете вы, когда вам очень жарко и хочется освежиться? На самом деле у меня, конечно же, есть несколько вариантов. Первый вариант – взять какой-то прохладный напиток. Второй вариант – это включить кондиционер. Третий вариант – принять душ. Четвертый, самый идеальный – это, конечно же, окунуться в море или океане. Но если нет ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого, у меня есть еще один вариант для вас. Это использовать наш спрей-эликсир 2 в одном. Он представлен в двух форматах. Это 100 мл и дорожный вариант 30 мл. Давайте остановимся на том, в чем его преимущество. Преимущество нашего продукта в том, что его можно использовать даже когда ты при макияже. Это точно оценят наши девушки. Кстати, еще один небольшой лайфхак. Этот же продукт работает и как закрепитель макияжа. Девушки, обратите внимание. Итак, продукт представлен в двух форматах. Вот такой домашний вариант, я бы сказала, 100 мл. И вторая версия – это дорожный формат, 30 мл спрея эликсира. Можно его взять в любое ваше путешествие – по воздуху, по воде и по земле. Прекрасная вещь, которая сохранит красоту и молодость вашей кожи. Что же здесь в составе? В этом флаконе заключен целый коктейль потрясающих ингредиентов. Что сюда входит? Две из трех ключевых технологий – это Gotuline Expression и Cineic. Также сюда вошли 5 видов масел, которые питают и увлажняют нашу кожу. Ну и еще скажу про парочку интересных ингредиентов, которые меня лично очень радуют в составе. Ну, во-первых, это топовый увлажняющий ингредиент на сейчас – неоцинамид. Он прекрасно увлажняет, дает антивозрастное действие и также улучшает регенерацию кожи. Дополнительное увлажнение также мы здесь получаем за счет содержащегося в компонентном составе экстракта алоэ – бисабалол. Это тот компонент, который получается из аптечной ромашки. Он восстанавливает прекрасно кожу и улучшает регенерацию. Когда использовать этот потрясающий продукт? Ситуаций очень много. Я бы сказала, он вам нужен всегда. Когда дома включили отопление, это спрей-эликсир. Когда на улице очень жарко, у вас должен быть спрей-эликсир. Когда вы находитесь в путешествии, в самолете – обязательно. Поезд, транспорт любой – обязательно. Или когда вы просто среди рабочего дня захотели освежиться – это тоже спрей-эликсир. Перефразируя немного народную мудрость, лучше один раз почувствовать на себе, чем 100 раз услышать. Давайте перейдем к тестированию продукта. Что нужно сделать? Просто открыть крышечку и сделать 2-3 нажатия на расстоянии от лица примерно 30-40 сантиметров. Все. Ваша живительная влага, ваша красота уже на вашем лице.